Итак, значит, мы начнем с Елены, по-моему, да? Максим? Да. Да, с Елены. Вы знаете, обращу ваше внимание, те, кто в Zoom сейчас сидят, наверняка уже посмотрели, самое большое количество девушек, посещающих наши семинары, мы даже в шутку проводили такую вот диагностику, скажем так, это Елена. На первом месте. А знаете почему? Потому что у Елен первый аркан, а единица, как вы знаете, это признак любознательности. На втором месте стоит Ирина. Почему? Ирина – это 18-й аркан, это очень сильное имя. И оно говорит о том, что людям хочется узнать не столько о себе, сколько о своем окружении и помочь им. Поэтому вот Елена и Ирина часто посещают наш семинар. У нас был момент, когда во время семинара у нас практически 70% группы были Елены. Поэтому можно было безошибочно. Елена, пожалуйста, встаньте. Хоп, весь зал, да? Ну что ж, нашли Елену? Да. Отлично. Елена, здравствуйте. Так. Куда это мы потерялись? Ну хорошо, раз Елена не может подключить звук, во что-то со звуком, да. Ну тогда любой, Максим, выбирай. Угу. Ольга. Ольга. Злобин. Злобин Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы где проживаете, в каком городе, стране? Алматы. Очень приятно. Казахстан. Отлично. Васильевна. Васильевна. Мы пока еще это не берем, подождите. Итак, значит, смотрите. Я очень волнуюсь. Ничего страшного, я тоже. Ладно. В общем, что очень мы... Очень сильно волнуюсь, сейчас соберусь. Отлично. Значит, что мы будем смотреть? Наверное, моя единица. Мы будем смотреть с вами отношения. И на вашем примере... Я бы хотела узнать. Еще раз. Отношения между мной и сыном. Отлично, прекрасно. Плохо слышно? Мы сейчас все возьмем. Смотрите, что мне потребуется. Мне потребуется ваша девичья фамилия, имя, отчество. Ваша девичья, да? И его, соответственно, родовая. Знаете, я воспитанница детского дома. Ай-яй-яй. Ну хорошо, так, тогда надо сейчас подумать. На момент, когда вы выходили замуж за вашего... Я не брала фамилию мужа. Вообще прекрасно, прекрасно. Тогда мы будем смотреть вас по фамилии, которую вы носили на секунду зачатия вашего ребенка. Она будет близко похожа. У меня есть ролик в YouTube и тоже на канале РВСР24. Вам рекомендую тоже на него обратить внимание, как смена фамилии влияет на судьбу. Так вот, когда речь я идет... Я ваши уроки слушаю уже 2 года. Здорово. Так вот, помните, там есть расчет, да, когда мы берем фамилию человека и берем... Да, год, точнее возраст, да, с которого произошло изменение фамилии. Так вот, когда речь идет о детском доме, вам фамилию меняли, ну, буквально прям сразу, поэтому там погрешность. Я в общем-то, знаю свою. Ну как, не совсем, я не знаю, но я знаю исконную там фамилию матери, отца, это я знаю. Чудно, тогда вот самый идеальный. Я мать помню, 31-го родилась декабря, так. Свою маму, а отца... Не помню. Я вас услышала. Ну, опять-таки, у нас среди нас очень много тех, кто уже проходил какие-то ступени курса, поэтому я поясню, да? Значит, когда мы говорим о детском доме, то в основном там дети не знают уже фамилии, имя, отчество своих родителей. Что дали, как говорится, то и дали, с этим и живут. Так вот, что касается прогностики по судьбе, а совместимость – это прогностика по судьбе. Она рассматривается по той фамилии, по сути, на секунду зачатия ребенка. Просто, как правило, 99%, что женщина в последующем не меняет фамилию, и с ребенком, если мы смотрим прогностику, она идет по той же самой фамилии. Но если мы говорим с вами о карме и о признаках кармичности, то там потребуются, естественно, данные по родителям. Но мы сегодня признаки кармичности не рассматриваем. Поэтому мы сейчас будем брать фамилию, имя, отчество ваше на секунду зачатия вашего сына, ну и, соответственно, его родовые показатели. Пожалуйста. Вообще фамилия его была Вельчинский. Сына. Да, Вельчинский. Дальше. Но я ее поменяла на свою. Это плохо. На Злобина. Так, Злобин. Вельчинский. Дальше как? Денис Евгеньевич. Денис Евгеньевич. Так, дата рождения? 13.07. Так. 1983 год. 1983.
Так, ну вы знаете, да, что не очень благоприятно менять фамилию мужчинам, но если рассматривать варианты... Я узнала 2 года назад. Ну да, но в любом случае этот выбор сделали вы, а не ваш сын, поэтому кармической ответственности он за это не несет. Но он в любом случае будет жить 2 параллельными судьбами. Поэтому вы можете построить график и посмотреть, насколько изменилась его судьба. Возможно, это в лучшую сторону. Теперь, пожалуйста, ваши данные на секунду зачатия ребенка. Злобина Ольга Васильевна. Злобина Ольга. Ольга Васильевна. Да, да, да. 11.02.1963 год. 63-й год. Вот, значит, мы сейчас с вами начинаем немножечко изучать материал, да, кусочек из этого курса. И первое, на что стоит обратить внимание, это на дни рождения ваши и вашего сына, да. Я на доске не случайно написала эти числа, но вы это уже знаете, да, что у нас есть мужские и женские арканы. Так вот, он родился 13 числа, вы родились 11 числа, да. Это мужские арканы, вот они здесь. И я вам напомню, что... Если мы говорим с вами о мужских арканах, то характер, как правило, у таких людей мужской. Поэтому мы не говорим о том, что женщина вот как бы в таком женском обличии. Нет, у вас идет женщина, вы как женщина, но в мужском проявлении себя. Потому что бывает так, что мужчины, наоборот, проявляются в женском аркане. То есть больше мягкость, больше эмоциональность проявляется, какая-то импульсивность и так далее. Поэтому смотрите, мужские арканы в дни рождения человека, они указывают на стратегические мышления, на силу характера, на желание действовать, что-либо реализовывать в жизни, отсутствие какого-либо страха, тем более вы родились 11 числа, и несмотря на то, что управляющая планета вашей судьбой – это Луна, это женская планета, но управляющая планета вашей кармы – это Марс. Поэтому, как говорится, если вы стремитесь действовать по жизни достаточно аккуратно, то если что-то, какая-то экстремальная ситуация или конфликтная ситуация, у вас врубается больше Марс. Поэтому у Луны, у 11-го аркана, очень часто бывает кардинально диаметральный противоположный характер. С одной стороны, для некоторых людей очень добрая, мягкая, пушистая, для других, скажем, надо же, как она прям, вот как сказал, как отбрила, да? Это все 11-й аркан. У 13-го аркана, он, кстати, находится по карме в вашей категории, 11-й и 13-й арканы по карме управляются планетой Марс. Поэтому, когда у вас происходят какие-то эмоциональные столкновения, у вас достаточно резкое идет разбирательство, потому что оба марсианина хотят... Ну, это мы сейчас посмотрим. Понимаю. Это сейчас посмотрим, не факт. Может быть, иногда бывают такие тактики. Сейчас все увидим. Так вот, когда у нас два мужских аркана, то есть я имею в виду в дате, в дне рождения, два мужских аркана, идет всегда какой-то элемент соперничества. Но это мы сейчас еще тоже поглубже посмотрим. Следующий элемент, на который мы всегда обращаем внимание, это цели ваша и цель жизни вашего сына. Давайте начнем с него. Напомню, что его дата рождения 13.07.1983 года, то есть мы переводим в арканы, это 13, 7 и 21, да? Теперь ваша дата рождения, это 11.02.1963 года, и мы здесь видим 11, 2 и 19. Это ваша кодировка с точки зрения аркана. Теперь мы смотрим социальную задачу первого партнера. Напоминаю, для этого нам необходимо просуммировать все арканы в нашей дате рождения. У нас получается 13 плюс 7 плюс 21. 13 плюс 7 дает нам 20, 20 плюс 21 дает нам 19 аркан. И мы первым этапом сразу же смотрим, а что это за аркан, мужской или женский. Мы видим, что 19 аркан попал в мужской аркан, да? Соответственно, задача его по жизни тоже мужская. И помните, в одном из роликов я рассказывала, что по судьбе у нас есть такое понятие, как метациклы. У него идет мужской аркан, женский аркан, а судьба по мужскому аркану. Поэтому бить его будет на переходе из этого в этот метацикл. Но это мы еще попозже посмотрим, когда это будет. Но это все равно уже как бы третий метацикл, третья часть жизни. Задача 19-го аркана – стать, 19-й аркан – это аркан власти и статуса, стать высокопоставленным, известным,
помогать людям в своем окружении, раскрывать их дороги, пути, занимать высокие должности, заниматься карьерой, бизнесом и так далее. И для этого ему дано... Дано с чужими легко, а со своими не получается. Ну, это другой вопрос. Я к тому, что это его задача в принципе по жизни. Им важно, где он ее реализует. Но 13-й аркан, напоминаю, что дата рождения, это аркан революционера. Это человек, который всегда идет на пролом. Но есть у него одно «но», это мы сейчас разберем. Следующая у нас – это социальная задача второго партнера, это ваша. 11 плюс 2 плюс 19. У нас получается… 13 плюс 19 минус 22, 10 аркан. Здесь обращаю ваше внимание, тоже мужская задача. Смотрите, идет мужская, женская, мужская. И общая идет позиция мужская. Поэтому у вас дважды в жизни вас должно было бить. Прям серьезно. Что такое бить? Это когда все, что вас окружает, разваливается. То есть полная смена работы, может быть, даже место жительства, партнерство и так далее. Жизнь просто уходит из-под ног. Но я тоже это поясняла, как два поезда, помните, да? Едут один навстречу друг другу. И очень тяжело соскочить с одного на другой. У вас, тем более, здесь 11-я задача, это же еще и детство. Детство очень конфликтное, приходилось все время за себя заступаться. Тут же двойка. Вроде вступили в отношения, в семейную жизнь. Вроде как бы все такое стало мягкое, вроде благополучное. И вдруг бабах, необходимо... снова держать за себя удары, идти по жизни вперед с гордо поднятой головой. Поэтому сложно немножко у вас задача, но у него чуть полегче. Обратите внимание, в будущем ему необходимо переехать за границу. Обращаю ваше внимание, что он родился все-таки в Советском Союзе, поэтому Россия, если, например, он захочет, или Украина, или Беларусь, не являются для него за границей. Это должна быть другая языковая группа. А в вашем случае вы должны... достигнуть какого-то определенного статуса в жизни. Теперь ваша социальная задача, то есть долг всей жизни. Я уже сказала, в его случае 19-й аркан, ему необходимо добиться высокого положения в обществе, ваша задача обеспечивать свое окружение. Но я полагаю, что вы с этой задачей справитесь. Теперь справляюсь. Смотрим. Нет, у меня просто, вы знаете, Джули, у него наркотическая зависимость. Это тоже видно в программе, я сейчас вам скажу, по какой. Ну, в смысле, у каждого человека, без исключения, нет такого человека на планете Земля, который родился, у него есть дата, у каждого человека есть такое понятие, как один ку, это первый, ну, курочку мы называем, первый кармический урок. Там стоят знаки, которые блокируют реализацию человека. Я просто повнимательнее посмотрю в этот знак. Соответственно, там есть 22 причины, по которым человек может войти в зависимость. И выйти из зависимости можно только в одном случае, если снять причину этой зависимости. Мы посмотрим. Итак, теперь идем дальше. Точки препятствия. ТП первое. Это ваш сын. Напоминаю, это 13 плюс 7 дает нам 20 аркан. Это крайне сложный психологический портрет, поскольку такой человек отрицает свою связь с родом. Поэтому очень сложно ему будет в последующем выстраивать и семейные отношения. Могут быть конфликты с тещей, да, потому что он не понимает, для чего ему нужна вообще семья. В вашем случае точка препятствия второго партнера, соответственно, 11 плюс 2 дает нам 13 аркан. 13 аркан дает различные проявления. Первое – это страх смерти, страх болезней, страх экстремальности, каких-то резких кардинальных перемен, но с учетом вашего заболевания – это маловероятно, да? Если, конечно, вы не хотели таким образом распорядиться свою жизнью, да? И еще одно, проявление 13-го аркана – это, вот как вы сказали, я его передавлю. Это завышенный эгоизм в отношениях, когда человеку кажется, что ему буквально все должны буквально спасать, буквально помогать, и он в каком-то степени вампирит энергию других людей. Поэтому и то, и другое проявление в точках препятствия, оно не очень благоприятно. Поэтому, конечно, и вам нужно работать над собой, и ему. Но мы-то эти арканы искали для другого. Нам необходимо рассчитать совместную точку, цель отношений и совместную точку препятствия. Для этого мы должны просуммировать значения, которые у нас стоят попарно. То есть СЗ1 плюс СЗ2. В нашем случае получается 19 плюс 10, это 29, соответственно, 7 аркан. Пока ничего не буду комментировать. И, соответственно, точка препятствия 3, то же самое по аналогии. Мы суммируем арканы, стоящие здесь попарно. 20 плюс 13, мы получаем 11 аркан. Так вот,
Что? Сложно. 11-е арканы, прям вообще всю жизнь борьба. Ну, сплошная. Здесь вопрос в чем? Вообще, на самом деле, я 11-е точки препятствий очень люблю, потому что как бы человек, да, да. Человек, он как бы боится препятствий, боится опасности, поэтому первый идет на рожон. И очень часто, знаете, как говорят, что не надо бояться собаку, которая лает, потому что она уже боится вас. Вот 11-е арканы, они часто придумывают неприятности, накручивают ситуации, идут в бой на ровном месте. Что в голову сбрело, почему она сорвалась или конфликтует? Это все, конечно, под влиянием именно страха. Поэтому 11-е арканы, несмотря на то, что они часто бывают очень агрессивны, на самом деле они зачастую боятся. Но в совместной ТП-3 совершенно другое толкование. Но, во-первых, к сожалению, такие отношения склонны к дракам, это возможно. И это первое. И второе под 11-м арканом. Очень высока ревность и чувство собственничества. И люди как бы начинают друг другу доказывать, кто прав, кто виноват, кто главный, кто второстепенный и так далее. Почему? 11-й аркан, если вы понимаете, это 2 единицы. Каждая единица – это лидер. И кто-то из них должен быть главным лидером. Кто-то из них больше любит на секунду, кто-то из них умнее на какую-то грамм, да, и так далее. Поэтому в таких отношениях всегда есть доля соперничества. Ну и совместная цель – это необходимо раскрыть пути и дороги друг к другу. 7-й аркан – это аркан, показывающий, к чему нужно стремиться. То есть, условно говоря, вы должны показать, к чему стремиться должен он, как примером стать для него. Он должен то же самое сделать для вас. У вас очень сложные знаки, но они очень интересны, потому что в таком партнерстве вы могли бы совместно добиться невероятных результатов в бизнесе, в каких-то совместных проектах, потому что очень часто соперничество приводит к золотым медалям, иначе бы не было бы у нас Олимпиад, правильно? Вы в соперничестве с другим человеком добиваетесь каких-то результатов. Я хочу обратить ваше внимание на другой аспект. Вернемся опять к полу аркана. СЗ-3, семерка, да, это у нас мужской аркан. Если у вас в СЗ-3 стоит мужской аркан, то в ваших отношениях очень много арканов действия. То есть фактически ваша пара рождена для того, ну, вместе сошлась для того, чтобы вы вместе что-то могли сделать. Открыть бизнес, того же самого родить ребенка, но это в меньшей степени, да, то есть сделать что-то грандиозное, построить дом, накопить каких-то денег, уехать за границу. В общем, фактически это арканы действия, и в этих отношениях, как правило, крайне мало эмоций. То есть, условно говоря, либо действия, либо эмоции. Это то же самое, как сравнить классическую в хорошем представлении мужчину, да, и женщину. Классический мужчина – это кто? Это мужчина в доспехах, идущий на войну, защищает родину, добивающийся результатов, мамонта завалившего, принесшего, да, к столу. Да некогда ему ходить, уси-муси, я тебя люблю, да давай куда-нибудь съездим, да давай подпалим и полежим, давай с тобой попьем чай, почитаем Пушкина и так далее. Некогда мужчине заниматься такой философией, да. Поэтому в таких отношениях, как правило, много действия, но при этом мало чувств и эмоций. Это сухие отношения. И с точностью да наоборот. Если у вас вышли женский аркан, например, была бы шестерка, то эти отношения сплошная лирика, сплошные эмоции, сплошные впечатления. И даже вот опять-таки деловые партнеры, например, под шестеркой, да, давай с тобой обсудим, как мы будем строить бизнес. Давай. Прошло полгода. Нет, давай все-таки с другой стороны зайдем, а вот может быть вот так вот, давай обсудим. А давай в гости сходим, давай в гости сходим. И вот эта бесконечная волокита, философия, ее очень много. Поэтому для деловых отношений, конечно же, женские арканы не подходят, но для лирики очень хорошо, потому что много чувств, много заботы, много впечатлений. Но, опять-таки, если пара стремится к каким-то совместным деловым действиям, то аркан не очень подходит. Следующее наше значение, напоминаю, это точка препятствия, да? Здесь у нас тоже могут быть как мужские, так и женские арканы. Так вот, если у нас в точке препятствия вышел мужской аркан, это всегда указывает на очень затаенные, глубокие, подсознательные, невысказанные обиды. То есть в таких отношениях
Вот со стороны посмотришь, да вроде все нормально, вроде хорошая пара, вроде бы, ну, как бы держится, да, могут даже всю жизнь вместе прожить. А начинаешь как психолог расспрашивать, допрашивать, я бы даже сказала, одного и потом второго, и выясняется, что 30 лет тому назад она на кухне сожгла там какую-нибудь там макаронку, да, и вот на нее обиделась, и вот это без конца. То есть очень много тайн, очень много внутренних, нераскрытых, непрожитых, непроговоренных тем. Поэтому мужской аркан в точке препятствий всегда указывает на глубочайшие разочарования, обиды, разногласия, которые внешне в паре не проявлены. Вот это прям ключевая фраза, да? И второй момент, когда выходит женский аркан здесь, ну, например, 12-й вышел бы, да? То здесь все на виду. Вот они поругались, вот они помирились. Очень много эмоций, очень много, опять-таки, каких-то оскорблений. Вот, знаете, вот потом стыдно бывает за то, что какие-то вещи высказали. Но это отношения незлобливые. Кстати, у вас прям хорошая фамилия сегодня в тему, да? Незлобливые отношения. Люди выплескивают все разом. Поэтому даже если они говорят, вот, я на него обижена, да она уже 20 раз его простила. Потому что все идет по поверхности, да? То есть, еще раз, женский аркан – это когда по поверхности идет небольшое волнение, и поэтому пара видна сразу. И есть более глубокие, когда где-то там на дне, где-то в глубине скрывается истинная причина каких-либо разногласий и обид. Поэтому я, конечно, небольшой специалист в отношениях, я не психолог в этой области, да, но с точки зрения моих наблюдений могу сказать следующее, что самое благоприятное сочетание – когда у нас в СЗ-3 стоит мужской аркан, потому что, опять-таки, на мой вкус, да, я люблю, когда в паре люди развиваются, чего-то достигают, что-то покупают, что-то приобретают для себя, приобретают опыт, потому что эмоции – это хорошо, но на них далеко не уедешь, да? А в точке препятствия все-таки, на мой взгляд, желательно иметь женский аркан, потому что лучше, если есть какие-то разногласия, их сразу высказать, проговорить, простить друг друга и разойтись, если что, да, либо наоборот найти общий язык и сойтись. В вашем случае у вас, видите, перевес мужской энергетики, поэтому пара не сбалансирована. Если идет перевес больше в мужскую энергетику, то в таких парах всегда, как я уже сказала, очень много агрессии, очень много скрытых обид, которые внешне не проявлены. То есть нужно копнуть, чтобы понять, почему человек на вас обижается. В таких парах обычно, знаете, как происходит? Вроде какое-то непонятное на ровном месте раздражение. На ровном месте. Все хорошо, проснулись, солнце светит, да? Все замечательно. И вдруг пошло какое-то раздражение. Почему? Накопленная обида. Что-то где-то всплыло в памяти, пока спали или еще что-то, да? И, соответственно, если идет перевес в больше в женские арканы, то в таких парах очень много прокручиваются колеса, то есть пара практически не идет вперед, не действует, но при этом очень-очень сильные эмоциональные такие, я бы сказала, даже итальянские отношения, да, когда все рвут и мечут, но при этом только вчера порвали друг другу волосы, сегодня уже едут во Францию отмечать свои там свадебные путешествия и так далее. То есть пара не производит, внешне не производит впечатление крепкой, только потому, что в них очень много эмоций. Вот, но это опять-таки мое сугубое наблюдение, на мой взгляд, желательно, чтобы было баланс, да, инь и ян в каждом человеке, в каждом партнерстве. Ну так, значит, мы с вами приступаем непосредственно к вашему расчету. Этот материал был в большей степени для тех, кто у нас посещает. У меня все слетело, просто вам заново назвать, слишком долго говорила, программа обновила коды. Так вот, для тех, кто посещает наши видеоуроки, самостоятельно пробует читать, поэтому вы можете уже воспользоваться материалом, которым я назвала, и немножко сориентироваться в ваших отношениях. Итак, будьте, пожалуйста, добры, еще раз назовите фамилию, имя, отчество. Вельчинский, но он записан Злобин как. Может быть, так посчитаем, Джуль? Нет, я лучше знаю. Так, Вельчинский. Мы Вельчинский. Попали. Да, Вельчинский. Дальше. Денис. Денис. Евгеньевич. 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 Так, 13-е у нас, да, 7-е. 13.07.1983 год. Так, Злобина. Злобина. Ольга Васильевна. Так, Ольга Васильевна. 11. 11.02. 1900.
Да. 1963 год. Теперь смотрите, так как вы познакомились в день его рождения, поэтому я вбиваю в параметры знакомства день его рождения. 1983 год. Все, и мы сейчас будем смотреть ваши совместные программы. Раз вы сказали по поводу зависимости, давайте это вместе посмотрим. Ну, во-первых, смотрите, у каждого человека, как я уже говорила, есть повод уйти в какие-либо зависимости. Это в нашем кристалле судьбы, Максим, можешь показать, кстати? В нашем кристалле судьбы это нижняя позиция, мы его называем подвальный знак. Так вот, когда человек ходит в свой подвал, ему оттуда очень тяжело выйти. И во время семинаров я поясняю, как это происходит. Значит, у нас есть понятие судьбы. Это некий квадрат или зона комфорта, в пределах которого человек должен реализовываться. Там еще масса арканов, да? И есть подвальные знаки, которые находятся сбоку. Так вот, вот эта первая курочка, так называемая, это и есть наш подвал. Когда человек хотя бы одной ногой вступил в этот подвальный знак, и у него возникает ощущение, что там ему классно, что именно там, в этой зоне, раскрываются все максимальные его потенциалы, что здесь его понимают, здесь ему комфортно, но это ложно. Вот что самое главное, это ложно. Ему судьба специально предлагает такой вариант, чтобы он, войдя сюда, здесь дверь закрывается, и выйти назад ему крайне сложно. Поэтому у каждого человека свои подвальные знаки. Вот у вашего сына, например, очень опасный 13-й аркан. Обычно я таким людям крайне не рекомендую заниматься опасными видами спорта, играть там, допустим, какие-то ставки делать, да, то есть что-то такое немножко запрещенное, да. Ни в коем случае таким людям нельзя играть с судьбой, рисковать чем угодно, потому что они склонны к этому. Им кажется, что жизнь не обретает достаточными красками, что все как-то пресно, неинтересно. Поэтому нужно уйти на какой-то определенный риск. Причем риск как физический, эмоциональный, так и, извините, риск своей собственной свободы. Поэтому ему желательно быть очень аккуратным. Тем более, что у него в верхней курочке вот здесь, это зона его кармических чер характера, стоит 8-й аркан. Он склонен к нарушению закона. Вот, и более того, в сожалениях у него стоит 19-й аркан. В прошлом воплощении он занимал очень высокую должность, но статус или должность, но его этой должности или статуса лишили намеренно его же собственные родители по той причине, что он портил репутацию рода. В связи с чем было принято решение лишить его статуса, власти, денег, там, не знаю, полномочий, чего угодно, перспектив в жизни, буквально выкинуть его из дома. Поэтому у него на подсознании сидит вот эта точка препятствия, которая говорит о том, что ему, он не понимает, зачем ему семья, его выкинули из этой семьи, почему он должен кому-то что-то доказывать. Но подумаешь, у него склонности к азартным видам игр и так далее. Это же, как говорится, моя страсть, но, а это портило репутацию всего рода. Поэтому в этой жизни ему нужно держаться как можно дальше от азартных видов спорта или азартных видов каких-то игр. У него есть к этому склонность. Более того, в бизнесе, если у него будет, а у него есть все склонности к этому, даже зона комфорта говорит о том, что у него должен быть бизнес. Но ему нужно быть очень аккуратным, потому что ему будут предлагать всякие махинации, левые схемы, обойти закон, где-то чуть-чуть нарушить, где-то что-то не доглядеть и так далее. И его есть риск того, что его подставят. Его могут подставить самые близкие ему люди, буквально родственники, то есть где есть кровная связь. Ну, очень печально. Да. Так вот, его как раз зона торможения, 13-й аркан, говорит о том, что вот эти все игры с властью, игры с судьбой, игры со здоровьем могут привести к трагическим для него событиям. Я не вижу у него алкогольных, лично у него алкогольных наркотических зависимостей. Я тоже как бы так, да, но вот, может быть, и то, что я передавливала своей силой. Давайте и сейчас до мы 20 к этому лет... дойдем. Да мы дойдем. Вы на себя не вешайте, я все увижу по карте, да? Единственное, что меня беспокоит, это склонность к азартным нарушениям закона. Вот что меня беспокоит в нем, но с этим можно поработать. Условно говоря, объяснить, где вот эта грань. Что касается вас, вот у вас как раз стоит знак, да, зависимостей. Во-первых, у вас... У меня мама спилась. Я оказалась в детском доме. Ну, ваша мама, на самом деле, я вижу вашу маму. Я полагаю, что вы не единственный ребенок у мамы. Вот, потому нас что трое.
Да, потому что у нее вообще тема детей — это больная тема. У нее ощущение было, что дети лишают ее возможности жить, как душат ее, не дают ей развиваться. И она даже, когда, ну, рожала детей для того, чтобы как бы долг свой исполнить, так, ну так надо, да, вот она исполняла долг в большей степени не для себя, а больше для мужчины, но она жутко чувствовала одиночество, у нее вот на протяжении всей жизни стоит знак одиночества как самая болезненная нота ее жизни, поэтому одиночество даже при наличии троих детей у нее прослеживается очень сильно. Но суть не в этом, суть в том, что вы в прошлом воплощении тоже были преданы своим родам, вы в прошлой жизни, двадцатка, да, у вас стоит, поэтому девятка, вы имеете в виду, девятка у вас в УПВ, а я сейчас говорю о зоне сожалений, мы сейчас о судьбе говорим, не о карме. В прошлом воплощении вы были преданы своим родам, и вы очень сильно были на него обижены. Вот и смотрите, сын был выброшен из рода по той причине, что, ну, он злоупотреблял какими-то особенностями, да, с законом. И его просто, дабы спасти репутацию рода, дабы не сажать его в тюрьму, было принято решение лишить его статуса, положения и звания. Да? В вашем случае, наоборот, вы были очень затянуты эмоционально к роду. То есть буквально мама-наседка, там, не знаю, самая-самая вот палочка-выручалочка и так далее. То есть вы были буквально ради рода, просто жили, боготворили род. Но род к вам относился потребительски. И вас... Сейчас это прослеживается. Вот я сейчас такая. Ну вот, в прошлой жизни род к вам относился потребительски, вы на это обиделись. В этой жизни вам нужно переработать это. Знаете, как это? Мой долг. Опять-таки, не забывайте, у вас какая задача на площади? Десятая? Вы должны содержать, помогать, обеспечивать, давать советы. Поэтому надо, нельзя обижаться на свои задачи, иначе задача обидится на вас и будет очень плохо. Совершенно. Вот, так вот, причина у вас, во-первых, как и повторюсь, зона комфорта, у вас 12 аркан, а это зона такая сложная, потому что, с одной стороны, это депрессия, как любовь, то есть я люблю депрессировать, люблю плакать, люблю переживать, и на более низком уровне 12 аркан – это самый сильный аркан зависимости. И обычно из этих зависимостей люди не выходят. Но все-таки ваш кармический знак, который отвечает за ваш подвал, это единица. То есть причина, по которой вы можете уйти в зависимость, это отсутствие общения. Все. Других причин нет. Здесь 22 причины. Я на семинарах всегда их произношу, завтра мы тоже будем их разбирать. Но ваша самая простая единица. Мне не хватает общения, мне не с кем поговорить, мне не с кем что-то обсудить. Люди не понимают, не воспринимают меня. Вот она причина для алкогольной зависимости. Но стоит вам только там, условно говоря, попав в эту зону, найти себе собеседника, а не собутыльника, собеседника, да, то, соответственно, вы понимаете, а зачем мне все это, если общение есть, я выхожу. Поэтому у вас нет знаков зависимости, из которых невозможно выйти. Есть такие знаки, когда мы сразу видим и предупреждаем, к нам обращаются, там, выйдет, не выйдет, в зависимости. И есть знаки, когда это невозможно. Есть только один выход, и этот, ну, не стоит его торопить, скажем так. В вашем случае достаточно простая. Меня в большей степени беспокоит ваш отец, я бы так сказала, даже не ваша мама. Потому что ваш отец тоже склонен к нарушению закона, и, возможно, вот эта энергетика и передалась как раз вашему сыну. Вот. Он погиб, его убили. Ну, неизвестно при каких обстоятельствах, но я говорю, склонность к нарушению закона, она пришла к вашему сыну от вашего отца. Причем, если говорить о каких-то преступных наклонностях, у него это не было, знаете, как часть какой-то группировки или какого-то такого. Это было, знаете, буквально что-то взбрело в голову, надо украсть, там что-то не хватает или что-то сделать. То есть это как-то спонтанно происходило, то есть я не могу сказать, что он преступник, но какие-то некоторые вещи он мог делать. Теперь мы смотрим уже вашу совместимость с сыном, да, потому что это важно. Значит, общий ваш аркан, я имею в виду цель, суть ваших отношений, это 18 аркан. Вы пришли к друг другу для того, чтобы создать баланс родовой. Вы истрепаны, можно так сказать, судьбой в прошлой жизни, вас выгнали из рода, хотя вы всю душу в него вложили, да. Ваш сын в прошлом воплощении, ну, подумаешь, чуть-чуть портил репутацию, да. Тем не менее, на ровном месте его изгнали. И вы, как два изгнанника, сходитесь, как ни странно, у вас достаточно комфортно сложилось, по сути, свои отношения. Просто вам нужно больше вместе делать. У вас суть отношений какая? Действия, не эмоции,
действия, путешествовать, что-то вместе открывать, что-то вместе изучать, какие-то совместные действия. Не ждите от него ласки, и он не должен от вас, потому что у вас другая цель в отношениях. Теперь, когда мы говорим о родителях и детях, это всегда вторая стадия отношений, потому что первая стадия пролетает буквально за месяц. Мы в семинарах это объясняем, она у вас критическая. Роды, полагаю, были сложные, потому что вышел 13-й и 2-й аркан, то есть могли быть осложнения, ну, как бы и у него, и у вас одновременно. При этом обращаю ваше внимание, что очень высок риск того, что и у него могли после родов возникнуть осложнения для жизни. То есть врачи могли за него бороться или там переживать за него и так далее. Поэтому очень... Большой вес у него был. Я не говорю о том, что он не здоров. Я говорю о том, что у него на секунду его рождения по его знакам существовал риск рождения. Вот опять-таки я тоже родилась, условно говоря, здоровой, да, но я родилась 13 января. Это старый Новый год. Врачи праздновали. Просто праздновали. Поэтому были определенные дефекты при рождении, исключительно врачебные ошибки. Мама потом это все дело исправляла. Вот, поэтому мы смотрим вашу стадию отношения по второй. И здесь стоит глубочайшее неуважение друг к другу. Прям как основное неуважение. Почему неуважение? Теперь смотрим, как складывается. Вас немножко беспокоит его резкость, его, знаете, быстрое принятие решения, что он критичен бывает, что принял решение, невозможно сбить его с толку, невозможно его переубедить, невозможно как-то посоветовать что-то. Вот он, вот как говорится, в каких-то вопросах просто упертый. Вас это в нем немножко раздражает. А в нем, точнее, в вас ему не очень нравится тот факт, что вы можете быть очень несдержанны и вспыльчивы. Казалось бы, вопрос плевый, можно было решить обычным простым разговором, но тем не менее вы уходите на какие-то такие сложные темы. И обращаю ваше внимание, что в конфликтах царь он. Он возбудитель всех конфликтов. Вы просто эмоционально поддавляетесь, как бы поддаетесь на эти впечатления. Если говорить о том, кто первый идет на то, чтобы решить конфликт, опять вы, не он. Он старается уйти в сторону, подождать, подумать, подойти. В общем, он не стремится даже попытаться наладить ваши отношения. Это вы себе наступаете на горло и идете разрулить эти отношения. Что касается, опять-таки, кто главный в ваших отношениях, тоже он. Он причина конфликта. И он главный в отношениях. Вы подстраиваетесь под него, а не он под вас. Поэтому не надо на себя вешать ярлык, что я его передавлю. Нет, в данной ситуации он очень хитро играет. Он, знаете, как кап-кап-кап-кап-кап, и вы взорвались. Но причина кап-кап-кап он, а не вы. Вы просто эмоционально проявляете себя. Я не вижу, тем не менее, у вас расставания, но у вас есть периоды в жизни длительных молчаний, скажем так. Когда вы можете там 3-4, полгода, год не общаться. Ну, нет, я еще... У вас такие отношения стоят. Поэтому если вдруг он там, не знаю, уедет за границу, помните? Уедет за границу, на какое-то время пропадет из поля вашего общения, это нормально. Потому что у вас такие, ну, так развиваются отношения. Но в целом расставание я у вас не вижу. Чтобы он вас предал или вы его, таких знаков нет. Вы не вышли друг у друга в знаках предательства. Поэтому никаких трудностей не вижу. Теперь смотрим вашу прогностику в отношениях через графики. Значит, у вас, во-первых, у вас очень высокий балл отношений, у вас почти 65%, то есть вы все-таки стараетесь друг другу идти навстречу. У меня тоже был один ролик, где я показывала, как рассчитать эти процентовки, что они означают и так далее. Вот. Значит, мы сейчас смотрим 2021 год. Так, получается, вы знаете, у вас сейчас на эмоциональном подъеме, у вас сейчас выравниваются отношения, у вас был провал, небольшой провал в 2018 году, когда эмоции очень, ну, сильно провалились, но в целом сейчас вы выравниваете, вы хоть и американские горки, но все выше нормы, то есть вы, в принципе, к 2022 году вы найдете очень хороший общий язык. Вам стоит побеспокоиться в 2026 году. Вот здесь могут быть конфликты и разногласия. Но в целом у вас отношения эмоционально стабильные. Если вы собираетесь заниматься, допустим, совместным бизнесом, время сейчас неподходящее, ближе к 2024 году. Сейчас пока не очень подходит. Финансово.
есть у вас общий совместный бюджет, тоже все хорошо. Не вижу проблем. Единственное, что в 2026 году у него идет спад финансовый, у него спад. И вот, может быть, на этой почве у вас возможен конфликт. Но в целом, еще раз повторюсь, не вижу никаких проблем. У вас просто очень много подсознания в отношениях, и нужно убирать. Помните, я говорила, что когда у вас мужские знаки стоят в программе, то такие пары очень часто замалчивают. А вы такой человек, вам нужно, чтобы обязательно нужно что-то обсудить. Поэтому аккуратненько, потихонечку обсуждайте. Кстати, если мы говорим о девушке его, да, ну, когда-нибудь он будет строить семью, вот, то обращаю... Разошелся. Вот, я говорю, когда-нибудь он будет строить семью. Я смотрю его девушку, то есть какая она должна... Во-первых, она должна быть моложе его, сразу, да, говорю, моложе его. Максимум ровесница, но ни в коем случае не старше. Она должна быть крайне любознательна, но при этом молчалива. Ей не надо много говорить. А он достаточно экстремален в отношениях. Он может выбирать себе таких экстравагантных девушек, ярких. Они ему не подойдут, потому что ему нужна тихая, спокойная девушка, которая будет умна, но скрытна в каких-то вопросах. Вот примерно так. Есть еще у вас вопросы? А можно еще посчитать? Нет, прошу прощения, мы уже смотрим дальше. Я очень подробно описала вас, чтобы... Большое спасибо вам, Джулия, за ваше обучение, за вашу информацию. Все просто супер, слов нет. Я, знаете, ложусь с вами, засыпаю с вами, встаю с вами. То есть вы всегда со мной. Да, спасибо.